Раньше долина традиционно была излюбленным местом охоты местных жителей, а теперь режим особой охраны обеспечивает птицам необходимый покой и полностью исключает охоту на них, а также любую деятельность, которая может причинить им вред. Всего за время работы орнитологического парка на его территории специалистами было зафиксировано присутствие 181 вида птиц. 19 из них являются редкими и исчезающими, занесенными в Красную книгу Краснодарского края. Ежегодно орнитопарк проводит всероссийскую научную конференцию. На нее съезжаются ученые из разных регионов России. Кроме того, с 19 по 24 сентября в Сочи пройдет международная научная конференция «Хищные птицы Северной Евразии», которая соберет сотню орнитологов из 12 стран.